Глава округа Андрей Булгаков проверил состояние территории у многоквартирных домов и их подъездов в микрорайоне Жигалово. Так, на улице 8 марта 29 нареканий к содержанию территории не возникло. Снег во дворе и на внутриквартальных проездах расчищен. Тротуары обработаны песчано-соляной смесью. Управляющая компания «Новая Жигалова» проводит уборку вовремя и в подъездах в соответствии с графиком. В целом организация пока справляется с задачами. Важно, чтобы при ухудшении погодных условий в зимнее время управляющая компания работала на должном уровне. Подобные проверки будут проходить и впредь. Адреса, по которым были обращения и жалобы, взяты на контроль.